Здравствуйте! Я рад видеть вас на моем канале. Так, сегодня у нас обзор игры Chicken Gun. Да. Ой, привет, папа! Видел такие у меня глаза? И будем... Смотри! У меня злится! Я Ирахмед, привет! Привет! Так, давайте посмотрим, что это за комната. Генерал Давид нам расскажет, что это за комната. Да, смотри, тут разные домики есть. И вот этой посой что-то есть. И, а вот это сзади что-то у тебя есть. Обернись. Вот. А, это такая штука, чтобы летать. Вот смотри, я ее взял. И теперь я могу так джж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 
заканчивается. Да, она заканчивается. Она заканчивается. А ну, смотри на меня. Смотри, я сейчас полечу. Смотри. Ух, упал. Да. Так, а что тут еще есть? Смотри, так, я умею бить. Смотри, смотри. Ага, ну хорошо. Расскажи, генерал Давид, что тут? Да, смотри, я дядя Вахмед, да? Нет, это генерал Давид. Ну да, смотри. Вот, я дядя Вахмед, да? Да, написано генерал Давид. Ну хорошо, генерал Давид, рассказывай, что тут еще интересного в этой комнате? Есть интересного? Ой, сейчас я создаду. Да. Смотри, тут есть всякие дороги. Вот, смотри, интересные. Вот, смотри. Ай, вот. А, получилось, зай натуется. Ой, а что ты такое сделал? Получай, зай натуется, получай. Ух ты. Этот зай натуется вверх. Это летающий ящик, да? Нет, это поезд летающий. Летающий поезд? Да. Я думал, это летающий ящик. Ой, смотри, тут оружие интересное есть. О, ножички, у меня сзади. Тебе я умею. Можно потыкать в кого-нибудь. Вот, смотри. Смотри. У меня тоже есть это. Смотри. Это что? Это тогда я взял вот эти статовки. Тогда я умею летать, смотри. Класс. А я могу с лука стрелять, как в игре дядя Майнкрафт. Помнишь, да. Там есть такой скелет, который с лука стреляет? Да, вот у меня заточись. И сзади что-то у тебя было. Можно я в тебя стрельну с лука? Нет, не надо. Не надо? Ну ладно. Ты же не скелет, да. Да, я не скелет. Да, ты же туется, да? Я тоже туется, смотри. О, смотри, стрельнул, и вот моя стрела. А ее можно взять? О, я взял, смотри. Взял? Да, смотри. Чик. Видишь, вот он торчит. Видишь, я не попал. И вот, смотри, чик. Еще чик. А, они исчезают. Да. Ой. Что это у нас такое случилось? Это мы осадились. А, все, можно продолжить. Да, все, можно продолжить. Мы же играем друг против друга, да? Нет, мы не играем. Вот мы смотри, за хаосы. Как-то, да, мы вроде... А в чем тут вообще суть игры? А тут суть игры. Дорогие зрители, расскажите нам, в чем тут суть игры? Ой. Ой. Ой, зачем ты? Я случайно. Да. Ой, а в тебе торчит стрела. Ой, где? Да, смотри. Ага, а у меня уже... Смотри, если в тебя стрельнут, смотри, она в тебе торчит. Смотри. Смотри. Вон, ну она исчезает потом. В общем, в тебе торчит стрела. Это такой вот интересный. Так. Ой, у меня мало жизни. Ой, смотри, там штука, это можно ее... Так, а где там яичко? Где там яичко, папа? Вот, и я взял. Да, там а где там яичко? Поищи, там где-то есть аптечка. Я где-то видел там. Да, я где-то там видел. Ой, я езу аптечку, езу. Видишь аптечку? Да, ну, иди, бери аптечку. Так вот, ты прошел ее. Вот аптечка. И там аптечка. Бери ту аптечку. Взял?
Да, Все, взяла. Я иди, иди. беру. А, ты не взял, она там так и лежит. Да, я иду очистить. Вот. Поп. Ой, я Не надо. случайно в тебя Ой. стрельнул. Ага, у меня была не за Давай я это лук, есть. наверное, уберу, чтобы я в тебя не стрелял. Да, Вот, смотри, я... я сейчас была не заед зью, и потом у меня нога была не заедах. Так, а ну я сейчас залезу сюда наверх. Ой, смотри, тут наверху Ого, у меня аптечка есть. нога. Прямо на доме. На домах есть бронежилеты и аптечки. Да, давай, у тебя... Вон, видишь? Во, Да, вот, вижу. видишь, аптечка. Есть. Ух ты. Ух ты. Так, а ну я О, полечу сюда. у меня нога жизнь не стала теперь. Опа, и я уже тут на крыше. Видишь, как я умею с крыши на крышу перепрыгивать. О, Так, что ничего тут у меня себе. есть? Вот у нас есть снайперская винтовка. Привет, папа. Со снайперской винтовкой мы можем прицеливаться. Да, я И... тоже умею Ой, мы... прицеливаться. Ой. Я не буду. Давай убьем. Вот, и можно стрелять со снайперской винтовки. Да. Так, пух. Да, тут у меня не стреляй, да? Нет, не стреляю в тебя. Да, это просто ты зрителям показываешь, да? Да, зрителям показываю, что Да, можно стрелять смотри, со так снайперской я винтовки. умею. А можно, вот тут есть ножичек еще. Видел, так я А умел. ножичком можно... Смотри, так я умею, папа. Что? Покажи. Ух ты, ты умеешь стрелять. Да, так и ты. А я могу ножичком так чик-чик-чик. Не надо меня стричь. Не надо. Ой, зачем ты меня чуть-чуть? Да, не, у тебя полная жизнь, ничего я тебе нет. Так чуть-чуть белая тут. Где? Там у тебя полная жизнь, посмотри. Ой. Опять что за кошак? Опять мы. Наверное, это время заканчивается. И, Мы в надо. общем, отдается на эту игру определенное количество времени. Ну, чтобы... А что это за яичко тут, смотри? Чик, не берется. Какое-то яичко крутится. Хочу его разбить. Может, надо топориком ее разбить? Нет, это не Какое-то яйцо не яйцо. разбивается, смотри. Эй, Дян. Ой, папа. Да. Иди сюда, О, привет! А мы с тобой... мы с тобой вдвоем эти. Только Да, ты... Только ты смотри! в шляпе, а я без шляпы. Да, смотри, а я Ахмед, я тоже с топором. С топором. Да, так и ты. Вот я возьму такую штуку и смогу летать. Да. У Еще меня мы нету. умеем брать всякие предметы. Да, бывать. А смотри, так я умею. Так, а как же нам брать Смотри, предметы? я же. Сейчас мы Смотри, научимся папа, брать смотри. предметы. Пап, смотри. Смотри, так. Ну смотри. Смотрю, смотрю, что? Обинись, смотри. Я умею вот так делать. Как? Вот так, смотри. А, ножичком чик-чик. Да, вот так, чик-чик. Ух Даже ты! на лицо мозг. Ножичком чик-чик. Ой, не надо меня. Ой, Ой, зачем ты чуть-чуть меня? Ой, а что, он дерется, да? Да, он А еще у дерется нас есть тогда. бензопила. Бензопилой мы можем попилять что-нибудь. Сейчас Да. попробуем распилять вот эти вот ящики. Да не распияться, Что-то ящики не пиляются, да? Да. Еще мы можем что-то построить. Вот, например, можем построить портал. Вот такой портал. Вот, допустим, он перемещается с одной стороны в Взялось другую. яйцо, Вот. взялось, И если взять вот портал яйцо и взялось, отодвинуть его. то я куда-то попаду. Смотри, пап, Да, я попал сюда. отодвигаем его подальше. А вообще можно даже на крышу туда вот закинуть его. Вот сюда. Ой, сейчас закинем на крышу.
это? Что такое? Я не могу. А теперь останови. О, остановил. Так, раз. О. Вот, а теперь я сейчас и теперь, если в ту сторону, давайте посмотрим. Сейчас генерал Давид будет через портал проходить. Вот тебе яйцо. А яйцо через портал не проходит. А вот. Ага. Вот, давай ты аспиришь яйцо с бензопилой, да. Отпускай. Отпускай, да. Вот, я отпустил. Отпустил, да? Да, быстрее. Ну что, оно не пилится. Что это за яйцо? Может, мне надо пострелять в это яйцо? Ой, мы отстали от друга. Так, где-то я появился опять. А, я появляюсь все время в одном и том же месте. Так. О, привет, папа, я тебя увидел. Угу. Так, а в каком-то месте оставили это яйцо? По-моему, вот здесь, да? А вот. Да. И тут вот есть портал, в общем. Да, давай ты, надо, стоп, ты... Вот. Ну вот, смотри, я. Ой, ой. По-моему, оно вылупилось. Да. Стой. Ой, смотри, я в него настрелял. Ай. Это здорово. Видел, как тебя толбасило там, где домики. Ой, я тут, короче, настрелял в дядьку в этого. Да. Ну, ладно. Так, амучик. Что, опять яйцо? Еще одно яйцо? Еще одно яйцо! Ой, зачем так много яиц? Ой, какие злые дядьки. Это ты придумал такое? Это целая ессия монстров. Они меня убили, помоги. Да. А зачем ты их понаделала? Это они. Ну вот, смотри, я тут раз, два, три... И с лука всех расстреляю сейчас. Представляешь, он меня прибил. Прибил? Я вот это с лука в него стрелял, а он меня застрелил. Мало на времени! Меня машина времени поебила, папа. Да? Да, машина времени. И обернись. Она за тобой. Идем. Ну, конечно, идем. Я тут с лука. Так, с лука, наверное, буду долго в них стрелять. Ты сначала... Надо бежать. Оп, не успел. Ты еще раз. А я хотел переместиться в портал. Так, буду стрелять, значит, по ним. Вот так вот. Тут машина времени за мной была. Все, я всех расстрелял. А там машина времени была. Машина времени, папа, помоги! Не, это ж не машина времени. Это у нас портал называется. Да вот, портал... за мной машина времени гонится. А, вот это не машина, это какая-то тарелка. А, так ты летаешь в тарелке? Ах, да, вот это машина времени. Класс, смотри, а это дядька такой, какой-то да. Железный. Да, это машина времени. Она идет тебе убивать. А, вот это машина? Да, вот это машина времени. А вот это кто? Это хаосный планетарий. А, это можно на нем летать, да? Да. Вот сейчас срочно еще осоединился. А я могу летать в нем? Сейчас осоединился. Ха-ха, я полетел. Все, осоединились. Опять осоединились. Ой, да, оно еще умеет стрелять. А что это? Я застрял. А вот. А как на нем летать? А, вот. О, привет, папа, я тебя увидел. Где ты? Она как-то летает, интересно. Пап, я тебя увидел. Ой, вот это да. Привет, папа, я тебя увидел.
Вот это она летает. Ой. Она как-то страшно летает. Сложно. А, и стреляет, смотри. Да. Так, надо с нее выйти. Какая-то она очень. А вот это. А, она просто вверх ногами, смотри. Это ты в нее сел? Да, еще. А, ты когда в нее садишься, она становится нормальная, да? А ты еще сделал? Да, ну, вот, давай вместе покатаемся, пап. Ну, я что-то садился. Привет, папа. Не могу понять, как, привет, папа. Как ей управлять. Привет, папа. Вот. А, вот, сейчас управляется нормально. А то привет, как, папа. Как-то она плохо управлялась. Привет. Класс. А куда полетим? Давай полетим куда-нибудь посмотрим вверх. Да, а, вот, смотрите. Да, смотри, я тоже так умею. Смотри. Короче, можно так летать и стрелять. Как на вертолете. Да, так на вертолете. Видел? Видел? Давай постреляем. Давай постреляем. Ух ты, ты тогда-то такое видел, папа. Да, класс. Вот смотри. Так она такие звуки издает? Да. Там еще есть замутки у меня. Тихо. Опа-таки, смотри. А если полететь на край? Края, вот. Где-то тут. Вот, я буду лететь вверх. Ты тут забыл? В общем, я лечу в космос. Интересно, можно в космос на мне улететь? О, смотри. А у нее заканчивается топливо, интересно. Топливо? Да, топливо. Нет, не заканчивается. Не заканчивается. Вот, она, наверное, на солнечных батареях, да, сделана. Класс. Так можно долго на ней летать. И никто нас не найдет. Да? Ну, давай я спрыгну с нее, да? Привет, папа. Привет. Пиу. Вон, смотри, она упала вниз. По-моему, я падаю. Ты падаешь? Да. Ой, бух, я упал. Так, а я могу сделать себе машинку, да? Или лошадку. Нет, лошадки все закрытые. А что же? Ага. Осадились, ну, мы. Все. Ну давай еще одну игру сыграем, да? Да. Так, машинку я хотел. Ага, но мне надо выйти. Где ты? А, вот. Сейчас мне надо выйти. Вот, отсюда. Я тебя безу. Сейчас вот я вышел отсюда. Где ты? Так, сейчас. Ой, привет, папа, обернись. Да, я за вот тобой. Я. Машинка у меня Эй. Такая. Ого, я тоже хочу. И я буду ездить. Все, я уже на этим вместе с тобой сел. Папа. Класс, можно вдвоем ездить, да? Да. Ну, жалко, что я никто не соединяется. Жалко. Класс. И, да, и будем да. стрелять, да? Да. Смотри, да вдвоем можно подвестись. А, тут можно и тут стрелять, и там стрелять. Да. Класс. Разгоняемся и полетели. Класс. Вот это гонки, да? Да, вот это гонки. Вау. Как я умею летать, да? Да. А интересно, если я... Сейчас вылечу из-за за пределы комнаты. Все, взорвалось. Так, ну, на этом наш обзор сегодня заканчивается.
Всем говорим до свидания. До свидания. До следующего раза. До следующего. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. И всем пока-пока.